Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasub.ru. Вышел с утра позавтракать в Мадриде, и давайте я вам расскажу, какие банковские карты работают для россиян, что, как тут обстоят вообще дела с финансовым вопросом. Хорошо, сразу коротко, по существу нормально, работают только иностранные банковские карты. Российский мир, естественно, не работают, так практически нигде, в Европе тем более. Union Pay тоже практически нигде не работает. Есть какие-то единичные случаи, где-то люди снимают в одном банкомате, там ищут его по всему городу, а там еще денег может не быть. И в любое время она может, ну, прекратиться, поэтому я их никогда не использую. Например, наложили санкции на МТС-банк, все, он не работает. Ну, давайте по существу, по каждому вопросу более подробно. Российские карты МИР не работают, естественно, нигде в Испании. Иностранные банковские карты. У меня банковские карты Казахстана. Я спокойно плачу, снимаю наличные, плачу везде в кафе, бронирую отели на букинге. Вот сейчас билеты купил на футбол онлайн, на Реал Мадрид. Привязываю к Уберу, из аэропорта доехал на Убере. Очень классно, хорошо, если вам нужно оформить иностранную банковскую карту, мультивалютную, то все подробности есть в телеграм-канале. Кстати, я прохожу такие классные вещи, топазды, обязательно попробуйте. Это мини-закуски, стоят 1 евро, 1,5 евро в Испании. Так вот, мультивалютные карты, счета, доллар, тенге, рубль, евро, можно спокойно переводить. У меня карты Freedom Finance, Джусан банка, БЦК, Евразийский банк. В основном здесь я пользуюсь картой Freedom Finance, прекрасно работает. Может, как я говорил, снимается без проблем наличные, все оплачивается. Карту можно заказать с доставкой в Россию, ссылочка будет под этим видео на оформление карты. Но сами понимаете, какая ситуация, все усложняется оформление этих карт для россиян. Раньше, например, можно было сделать онлайн еще давно-давно, потом просто надо было регистрацию. Теперь сейчас требуют трудовой договор, что вы работаете в Казахстане. Возможно, потом будут требовать ВНЖ, поэтому чем быстрее его оформить, тем лучше. Ну и просто из-за этих всех нюансов цена на оформление казахстанской карты постоянно увеличивается. Кстати, если вы перейдете в телеграм-канал, там будет уже написана информация, оформление банковской карты Казахстана недоступно, то, к сожалению, уже сделать нельзя будет. А пополнение карты происходит. Свифт перевод можете, например, в доллары, да, евро поменять. С Тинькофф банка на данный момент ходит. Если нет, то можете рублевые переводы. Например, на Freedom Finance очень быстро пополнить можно с российского Цифробанк, раньше был Freedom Finance, также российский, сейчас просто переманали в Цифробанк, вообще перевести рубли онлайн за 15 минут. Как это сделать, я приложу ссылочку под этим видео в телеграм-канале, как быстро перевести рубли с Freedom Finance на Freedom Finance, а дальше уже поменять на валюту. То есть проблем с переводом нет, но если даже все заблокируют, как вдруг возможность, некоторые спрашивают, если все возможности заблокируют, перевести, всегда есть криптовалюта, которая не подвластна никаким санкциям, через P2P тоже быстро переводится. Кстати, я думал сначала, ну, многие думают, что это сложно, это долго. Я тоже приложу инструкцию. За 5 минут можно онлайн перевести через P2P на казахстанские банковские карты. То есть с этим проблем нет. Что еще я вам рекомендую? Рекомендую, конечно, брать с собой наличные, например. Берите наличные, евро поменяйте, чтобы у вас всегда все равно был запас. Хотя вот реально в Испании, вот я все плачу с карточки, даже бутылку воды в мини-маркет. Евро с чем-то, евро, ну, наличные даже нигде вообще абсолютно не понадобились. Вот в Португалии, помню, еще где-то, ну, мелочь нельзя было оплатить. Здесь не понадобились. Вот смотрите, какая красивая площадь. Ну, опять, наличную валюту можно увозить в сумме не более 10 тысяч долларов США. То есть, если вы, допустим, везете евро по курсу не более 9, например, с половиной тысяч по сегодняшнему на одного человека. Поэтому что делать, если вы все-таки поехали в Европу без иностранной банковской карты? А на сегодняшний день мы можем оформить казахстанский
карточки с доставкой, в том числе во многие страны мира, в том числе и в европейские. Опять поторопитесь, не знаю, сколько продлится данная возможность, скоро ее возможно. Возможно, ее не будет. Как вы видите, я сам нахожусь в Европе, спокойно путешествую, как раньше, снимаю деньги. Был в Испании, Италии, Португалии, Германии, также в Объединенных Арабских Эмиратах. Можете видео посмотреть в Индии, в самом Казахстане. То есть карты везде спокойно работают, и все отлично. Доставку уточняйте, возможно ли доставка в вашу страну. У наших операторов они вам скажут, сколько стоит, и возможно ли вообще доставить карточку в вашу страну. Union Pay. Ну, люди, знаю, как-то умудряются, вот, например, в Мадриде найти один банкомат, но постоянно вот банки отказываются работать с Union Pay российскими картами. Просто вот, пример, наложили санкции на МТС банк, карты Union Pay нигде не работают. Поедете вы, допустим, с Газпромбанком, который, возможно, где-то тут работает, на него наложат санкции, вы останетесь без денег в зарубежной стране. Вообще, какие цены? Немножко советов, да, как сэкономить в Испании, например. Ездите на метро, карточка Т10 продается в Мадриде, в Барселоне. Я сейчас нахожу в Мадриде метро, можете практически везде доехать. Ходите в большие магазины, супермаркеты, цены ниже, чем в мини-маркетах, ниже, чем в кафе. Кафе тоже есть разные, как дорогие, так и для местных. Все основные достопримечательности крупных городов, Барселоны, Мадрида, можно посмотреть на туристическом автобусе. Платите, например, в Мадриде 25 евро один день, 30 евро два дня. Он по основным достопримечательностям вас довезет по кругу. Кто был в Европе, знает. Вообще, какая обстановка? Обстановка классная. Доброжелательные люди, улыбаются, живут, радуются жизнью. Был, например, в Лиссабоне там несколько месяцев назад, сейчас в Испании, а до этого в Италии. Везде все классно. Границы быстро прошел. Кстати, если нужна помощь с оформлением виз, занимаются мои партнеры, хороший специалист. У меня сейчас как раз испанская виза. В том году дали двухлетнюю, но про визы будут отдельное видео. Здесь хочется затронуть все-таки финансовый вопрос. Где бронировать отели? С казахских карт спокойно бронируются отели на Booking, то есть путешествуйте как раньше. Есть российские агрегаторы, сервисы бронирования, которых можно вот с российской карты, типа Островок, Яндекс, ну, список их будет под этим видео, но там часто цены либо выше, либо просто тех отелей, которые на букинге, для российских карт нет. Но это уж на самый крайний случай. Хотя я повторяю, вот в Европе делать без зарубежной банковской карты нечего. Если вам нужно оформление банковской карты, ссылка будет под этим видео в телеграм-канале. Ну и важный момент, как вы видите, я все записываю с места событий. То есть, когда поехал, тогда я рассказываю, что здесь работает, как проходит с границы, там, что с визами. Например, границы вообще без вопросов, что Португалия, что Испания смотрят мои визы, что я часто путешествую, ставят штампы, пропускают вообще никаких. Поэтому все, вся информация только с места событий на нашем YouTube-канале. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru из Мадрида. Кстати, это знаменитая скульптура Мадрида за мной, медведь у земляничного дерева.